Как мы только что убедились, реализованный алгоритм, несмотря на его простоту, не способен вычислить большие числа Фибоначчи за разумное время. Происходит это потому, что для вычисления каждого следующего числа Фибоначчи алгоритму нужно времени не меньше, чем на вычисление двух предыдущих чисел. Поэтому время работы алгоритма растет так же быстро, как и сами числа Фибоначчи. Происходит это в частности потому, что каждое число Фибоначчи перечисляется данным алгоритмом очень много раз. Давайте попробуем запоминать ранее вычисленные значения чисел Фибоначчи, чтобы переиспользовать их и не допустить повторного вычисления. В общем случае, для запоминания каких-либо значений лучше всего подходит стандартный контейнер std_unordered_map, которым мы и воспользуемся. Итак, подключаем нужный нам заголовок. Заводим переменную, в которую будем сохранять вычисленные значения. Сохраняем ссылку на переменную, на ячейку кэша, в которой будем хранить результат. Если он еще не вычислен, то вычисляем его рекурсивно. И возвращаем результат. Компилируем. Проверяем, что программа по-прежнему работает. И пробуем вычислить, например, 45-е число Фибоначчи. Видим, что программа работает мгновенно. 46-е число Фибоначчи по-прежнему мгновенно. И даже 100-тысячное число Фибоначчи вычисляется мгновенно. Таким образом, произведенная оптимизация позволила очень сильно ускорить скорость работы программы.